И, наконец, бах! Щелки-палки. Выращивание абрикоса, выбор сеянца, последующие посадки. Как вырастить абрикосы? Ну вот скажите мне, пожалуйста, что вы понимаете, если вы написали статью, а фотографию взяли мою, железоба. Я время от времени буду показывать эти фотографии, а кто-то скажет, нет. Ну, допустим, вы преувеличили. Допустим, вот тот, кто автор этого статьи, да, который будет учить, как вырастить абрикос, ну, случайно свою статью некогда ему было фотографии делать. Он взял с интернета. Ну, а при чем тут вы? Вы так же врете, как автор этой статьи. Я впредь буду так говорить. Ящик коньяку. Ящик коньяку. Я доказываю, что это моя фотография. То есть что получается? Если это моя фотография, а я уже, считайте, с кем угодно спорю, но я ещё коньяку, не боясь, что докажу. А вот то вот это вот все вранье. И последующие посадки, все будет врать. Вот. Помните то, что было выше? Ведь та дама, это лучшая из лучших. Она железом изучала. Она наполовину, вы знаете, я секрет открываю, в ее докладе последняя фраза была. Вот. Как, наверное, я надеюсь, что я ее это достал. Будем переходить на маджурские подвои. Вот. А сколько лет позади? А сколько потерь? Сама рассказывала. А почему не сразу? Почему надо было ехать в Среднюю Азию, а не в железу? Ой, как бы я вас встретил, уважаемая дама? Как бы я расстилался? Для меня это была бы такая честь. Но не сбылось. Вот моя фотография. Абрикос серфинг. Самое главное, обычно пишут успех. Сотня, кто украл, пишут успех. Но здесь даже взяли, не стали переименовывать. Да, серфинг? Вот. Если это моя фотография, значит, вот это все ложь. Вот. Знаете, что здесь написано? Сами догадывайтесь. Если слово в названии сайта, если слово Сибирь, значит, что получается? Все это не замерзнет. Но фотография моя, значит, откуда дровишки? А? Раз. И еще. Я один раз, я говорю, спасайте сорта Байкала. Еще немного. От них даже тени не останется. Не только их самих. А мне бах по морде. Их приводят вот такой примерно. Сайт, не помню какой, и говорят, да вот же, культивируют. Но если эта фотография моя, то кто сказал, что это фотография именно с дерева вот этого самого Байкалова? А? Ну-ка, колитесь. Поняли, да? Вот, все это чистое вранье. Здесь тоже еще один ящик коньяку. Готовы испарить, все твоя фотография.